что-то пошло не так? А я тебя предупреждал. Лучше уйди. Уйти? А ты один останешься в этом опасном месте? Нет уж. Так, с меня хватит. Ты кто вообще? Таран Маликас. Я был джедаем, как ты. У нас много общего. Не думаю. Что? Мы прошли истребление. Бойцы предали меня. Пришлось разобраться с ними и скрыться. Здесь. В этой глуши. Чья тьма поработила меня. Но я покорил ее. Это тебя почитают братья ночи. Да. Эти дикари уважают лишь силу. А мы знаем, что сила — лучший помощник для нас. Нет. Нет, ты используешь силу ради власти. Так джедаи не поступают. Сейчас не то время! Нас уничтожат, если не поможем друг другу. Мне не нужна помощь. Судя по сломанному мечу, это совсем не так. Ты что-то там видел, да? Что-то ужасное. На Датамире таких мест немало. Вступи в мою семью, и ты получишь контроль над силой. Вступи в мою семью, и ты получишь контроль над силой. Звучит знакомо, Маликас. Сестра Мэрин, что ты себе позволяешь? Годами. Ты твердил, что это джедаи убили моих сестер. Перед тобой джедай. А ты хочешь, чтобы он стал твоей семьей? Надо было с ней разобраться. Ведьма, тебе не хватит сил! Сил. Ты безумен, Маликас. Датамир разложил тебя. Я верила тебе. А ты сбил братьев ночи с пути. Я не джедай. Сестры ночи Датамира не предают своих. Наша связь нерушима. Твои сестры мертвы! Да. Их могилы вокруг вас. Пойдем. Как глупо! Эта сила тебе не подвластна! Вот вам урок. Если сестра ночи в опасности, восстанут все! Беги! Понял. Thank you.
Пусть Грист включает двигатели. Что случилось? Сестра Ночи оживила мертвых. Гонится за мной. Эй! Ты ведешь их сюда? Капитан, готовься к взлету. Уходим отсюда! Что за дела? Ты привел дохлых ведьм на мой корабль! Летим! В чем дело? Нашел гробницу? Меч твоего учителя. Я видел мастера Топала. Я видел, как он умер и что я натворил. Кэл. Все кончено. Я не спас его. Кэл, ты был ребенком. Нет. Нет, я мог спасти его, если бы был сильнее, смелее, если бы слушался его. Я мог спасти его. Я знаю. Кэл, пора бы мне рассказать, что случилось со мной при побеге. Они привели ко мне Трилл. Взглянув в ее глаза, я поняла, что натворила. Она стала инквизитором. И что-то во мне сломалось. И я вышла из себя. Использовала темную сторону. И перебила всех. Всех, всех до единого. Кроме нее. Столько лет. Я не могла себе это простить. Я сломалась. Во мне кипела такая ярость. Я пыталась ее унять, но от себя никуда не сбежишь. И все, чего я хотела, умереть. Но тут я узнала про Голокрон. Искра надежды, что у нас еще есть будущее. Надежды, что не все потеряно. Вставай. Я не в силах изменить прошлое, как и ты, то, что случилось с твоим учителем. Это в прошлом. Кэл, ты должен сделать выбор и решиться идти дальше. Как? Это будет твой первый шаг. Ты сделаешь себе новый меч.
Кэл, тебя ждет испытание. Да. Я готов. Но не только сейчас. Опасайся темной стороны силы. Ведь ей легко поддаться. Ты все еще борешься с ней. Хотя я перестала пользоваться силой. Борьба – наш удел. Это и есть испытание. Желание бороться делает нас теми, кто мы есть. Пора разобраться в том, кто я такой. Шести семян тебе хватит, Грис? О, прямо идеально. Совсем неплохо. Вполне достаточно. Ну, сойдет и так. Ладно, я понял. Постараюсь найти еще. Пришло время сбора. Используйте свои навыки с умом. Храм джедаев. Это было давно, но... Да, я помню. Каждый юнлин приходит сюда. То есть, приходил, когда еще были джедаи. Вроде там можно пробраться. Я буду осторожен со льдом.
ничего не разглядеть, да? Нам надо спускаться, а то лицо отморожу. Здесь медитировал великий джедай. Он вспоминал разные моменты своей жизни, свои приключения и испытания. Раньше было красиво. Тепло хотя бы. Помню это место. Магистр Йода расплавил дверь, чтобы мы попали внутрь. Не силой, кристаллом. Свет проходил через него, неся с собой тепло. Мы можем сделать так же. Кристалл усиливает тепло света. Нам надо просто правильно его разместить и открыть окно напротив водопада.
каждый путь уникален, дитя. Контролируй свой гнев. Из тех трещин под водой идет тепло, но здесь дикий холод. Я чувствую его зов. Мы совсем рядом. Нельзя выбрать Кайбер-кристалл. Это он тебя выбирает. Да, прямо как ты. Прекрасно. Просто тряхнуло. Ничего. Надеюсь, выдержит. Что это? Отлично. Пронесло. Зов становится сильней. Поспешим.
Такое чувство, будто я окружен призраками. Нет, я не в порядке. Мне тяжело здесь. Спасибо. Это они. Как они нас нашли? Где ты его видела? Он направлялся в пещеры. Он звал, но я не смогла его найти.
У нас проблема. В пещерах разведывательные дроиды. Они никак не могли поставить нам трекер. Но я бы сказала то же самое о взломе кома Трилы. Мы с Гризом обыщем богомол. Спасибо. Вернусь, как только добуду кристалл. Ты не в лучшем положении. Лишний раз не рискуй.